Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию домов в поселке Горки-10 Одинцовского округа. В течение нескольких дней были последовательно введены в эксплуатацию сразу два дома ЖК «Резиденция Горки-10». 2А и 2Б. В общей сложности в жилищном комплексе было зафиксировано 122 обманутых дольщика. Завершение строительства они ждали около 10 лет и, наконец, получили ключи от квартир. Благодаря поддержке региональных властей муниципалитету удалось решить проблему.